Всем привет! Итак, друзья мои, мы сегодня решили выбраться за грибами. Очень долго искали наше место прошлогоднее, но, к сожалению, не нашли. Зато нашли новое. Вот только-только зашли. Вот так вот это все пока что выглядит. Пашка вроде там тоже нашел. В общем, такие грибочки хорошенькие. Будем пока искать в этом замечательном лесу. Бор настоящий, северный, без всяких радиаций. Так что вот такая красота. Мои грибники пришли, у них тоже в корзинке что-то есть. Это что, это маслята? Это маслята. Но они какие-то гнилые, да? Почему? Мы еще не знаем. Будем когда чистить, увидим. Складывай. А вот это? Это тоже масленочек. Вот у меня тоже есть один масленочек, вот он. У нас лисички еще. А, там лисички. А что, лисичек так мало в этот раз? Что-то как-то вообще не нашли. Мы нашли три лисички. Почему тебе все отдаем? У тебя корзина больше. Нет, не надо. Оставь ей, оставь. Пусть носит с грибочками. Чего? Здесь много. Ну, как у вас впечатление? Ну, мы слишком ничего не нашли. Ну, пошли дальше. В этом-то и суть. Чтобы ходить вот по такому бурелому и искать грибочки. А бабушку я оставила в черничнике. Она ягодки собирает. Бабуля! А там где-то. Ну, вдоль дороги. Что, дорога-то там? Там. Пашка, ты не знаешь, как точку ставить на навигаторе? Нашли еще грибочки. Другой стороной подходит. Другой стороной ножа. Другой стороной ножа. Во, это гриб. Вот это гриб, да, Василиска? А-а-а. Давай сфоткайся. Итак, мы вернулись. Набрали мы грибочков. Всяких разных. Мы будем их чистить и что-то с ними делать. Ну, хорошие и много. Так что мы довольны первым вылазкой в лес. Вот так вот. Наши погнали на рыбалку. Паша обещал нам снять обязательно все самое интересное. Будет пробовать себя в виде оператора. Какого оператора? Вот и посмотрим. Так. Мы, в общем, почистили наши грибочки. Получилась у нас такая немаленькая кастрюлюха. А, есть такая примета, да, мам? Грибы надо сварить с луковицей. Ой, я не положила. Если луковица посинеет, значит, там есть что-то ядовитое, и все надо выкинуть. Вот так мы варим специально, чтобы знать. Потому что мы, конечно, грибники те еще. У нас тут еще улитка на кастрюле пользуется. Мам, посмотри! Ну, посмотри! Вот, значит, надо сварить с луковицей. Если луковица посинеет, значит, грибы надо выкинуть. Вот. С утра у нас сегодня блины с малиновым вареньем. С малиновым вареньем, которое собрано тут же у нас. И еще нам привезли рыбу. Вот она, рыба. Ой, маленькие какие. И щука какая-то одна. Это не щука. Хотя тоже хищник. О, какая рыба. Ничего себе. Кто это? У нее зубы. Она тебя укусит? Она тоже. Ну вот эти две большие можно пожарить. Какие рыбы. Ничего себе. Вот это рыбалка, да? О, ребята, я нашла смородину. Сейчас я буду ее собирать, наверное. Что тут у нас? Есть что собирать? Вроде есть. Дальше малина. Малины много тоже. И крапивы как бы тоже немало. Ну ладно. Сделаю проходящее. Разделка рыбы на реке. Это кто? Это окунь был. А вот этот тугналин, не знаю, что за рыба такая. Тот большой.
ты внутренности чистишь? Да. Какой-то скользкий, да? Ага. Вторая вылазка за грибами. И просто нереальное количество. Продолжение нашего путешествия за грибами. Это какой-то лес масленок. Да, одни маслятки. Я вот это проверю. Наконец-то у нас погодка. Василиса в басике на тюлени. Как его надуло так быстро? Старайся не нырять, Василис. Дни проходят прекрасно, да, дочь? Да. Смотри, не замерзни только, хорошо? Да почему ты? Падаешь, катай! Не брызгайся, пожалуйста. Класс. Супер, да? Вот это супер. Не брызгайся, пожалуйста. Я просто прыгнул. Вот это жизнь. Увидишь, как вот это мутант. И сейчас заломаешь весь бассейн. Бассейн у нас открывается вот такой вид на дом. И я плюхаюсь. На огород. А с другой стороны у нас шикарные луга. И река. Вот туда, если смотреть. Там будет. Там ничего нет. Только река. Только река. Последний день отпуска, ребят. Но надо...